Ну а теперь уже выйдут ребята потяжелее. Полутяжелый вес 93 килограмма. Да и Штефан против Аарона Фройнлиха. Sein Zuhause, das gerade ein Gym verspricht, für ein sehr gutes Stand-up. 91 Kilowatt auf der Waage, und glauben Sie mir, wenn der haut, dann merkt man jedes Einzelne davon. Aus Hannover, Aaron Fröhlich! Фойсмен. 22 года Аарону Фройлиху всего-навсего для полутяжелого веса. Это буквально младенческий возраст. Соперник его постарше, поопытнее. Даже с точки зрения чисто жизненного опыта, да? Now heavy guys, you know what that means? Don't blink for them. Because if you blink, you might miss a knockout. Аарон Фройлих reaching forward, trying to find. Да, попал, попал в бандаж сопернику Штефан. Попытался пробить
лоу-кик по внутренней стороне бедра получилось не туда. They both take their time, because they know one shot is enough in this sport, especially in this weight class, to end everything. Стопер в исполнении Фролиха. И тут же попытка пройти в одну ногу в исполнении Штефана получается. Прихватывает голову оппонента Арон Фролих. Но задушить из такого положения будет тяжело, я бы даже сказал, нереально. Именно поэтому надо придумать что-то дальше. Только вот что. Ну а пока что боковой контроль у Андрея Штефана. И смотрите, что вытворяет здесь Андрей Штефан, пытаясь выкрутить руку соперника, взяв ее на болевой. Ну и опять, кстати, был удар-то не туда, куда следует. Но, по счастью, получился он недостаточно сильным. Но вот это был опасный момент для Арона Фролиха, когда его руку подловил Андрей Штефан. И, тем не менее, все перетерпел, все выдержал. Поединок продолжается. О, какой кульбит от Андрея Штефана. We got 3 minutes to go in the first round. Aaron Fröhlich likes those kicks. Попытался взорваться своей атакой Арон Фролих, но нет. Мастерски отзащищался Андрей Штефан. Just to create a bit more distance or to set up his strikes, but you won't see him setting up his kicks with strikes. There again, front kick, trying to keep his opponent away. Front kick again, always good to keep distance. Здорово подготовил проход ноги Андрей Штефан и моментальный перевод. И снова очень легко выходит на боковой контроль Штефан и садится в маунт еще легче. Так, и пошел болевой на руку. Рычаг локтя не отдает пока что руку Арон Фролих. Ну, сколько он сможет так терпеть? Тем более сейчас немножечко угол атаки изменит Андрей Штефан, и будет совсем хорошо. Нет, вырывается ненадолго. И все, бой закончен. До последнего терпел Арон Фролих. Не хотел сдаваться, но пришлось. Дебют для украинского бойца получается успешным. В 31 год, кстати, да, напомню вам еще раз. Давайте еще раз посмотрим, как выигрывал этот поединок украинский боец. Да, вот здесь уже мы видим ключевой момент, когда постучал знак сдачи Фройлих. Да, Андрей Штефан побеждает, с чем мы его и поздравляем.